Больше никаких фокусов, засранец, понял? Мы здесь не за тем, чтобы спасать твою жалкую задницу. У меня все было под контролем, пока вас не заметили. Хватит. Сколько еще идти до Владича? Недалеко. Идем. Прячемся от снайперов, идем через стоянку. И останавливаемся. Считай, негде развернуться, и кругом полно врагов. Здесь всегда спокойно. Я не знаю, откуда они взялись. Ты местный, ты должен это знать. Смотрите, там электрощит. Вы ведь можете незаметно прокрасться и отключить свет, да? А может, ты это сделаешь, крысеныш? Нет, он нам еще нужен. Ладно, прикроешь мне спину. Готовьтесь уходить сразу, как погаснет свет. Что бы ты ни делал, всегда держи оружие заряженным. Надо держаться в тени. Ночная оптика, уходи от них! Я можешь да поправишь? Едва да могу да видим свой проклятую руку из-пред лица. Прямо томе, чекай мало! Жицы су пресечены! И останавливаемся! Има још него воде с нами, без виканья. Покушечу да поведем лице. Используй нож! Jedan od naših je pogođen! Pazi na kretanje! Pod vatrom! Я взгляну. Как и ожидалось, снайпер на крыше разрушенного здания в том конце. Будет тяжеловато, расстояние серьезное. Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Иди за мной и будь готов к бою.
боже мой! Есть контакт! Снайпер на один час! Он не мог быть один. Движемся быстро от укрытия к укрытию. Не светимся. Идем! Ложись живо! Эти стены должны нас закрывать. Осторожнее. Черт, вверху, прямо перед нами. Мы как на ладони, стреляй! Солдаты приближаются! На той стороне площади! Огонь, огонь! Займите свои позиции! Не пушайте их за прочу! Все мертвы. Давай. У нас нет выбора. Заходим потихоньку. За мной. Меренов, будь начеку. Нет проблем. Отставить. В нас стреляют. В самом верху справа. Готов. Уже недалеко. Я отведу вас. Вдалеке, а третий этаж. Идем. В этом городе стало опасно только тогда, когда вы тут появились. Поплачьте мне. Я же сказал тебе не отходить. Вот что происходит с идиотами. О боже. О боже. Дрыщи. Дрыкачу. Бедняга. Выкосим этих уродов нахрен, Андерсон. Карл, нет! У них серьезное преимущество! Пожалуйста, послушайся его! Мы едва пробрались через парк! Ладно, давай хотя бы разберемся с теми, что на дороге. За мной! Осторожнее! Так званым борцем за свободу, кое четвертый год про нашу Аврору Бодрин, не баш, послал некоторую халакону. Держись ближе к земле. Не светись, можем разойтись с ними. Пошли. Еще враги. Видно, у них срочное дело. Сюда. Ликвидирую его по-тихому. Занимай позицию. Я прикрою твой зад. Сранье, что их убил. Орден и манику. Выключишь вон того часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Отличный выстрел. Поднимемся на это здание, там отличный обзор.
Сербы попали сюда из миномета. Боснийцам, которые тут прятались, не повезло. А вот нам как раз наоборот. Ага. Товарищи, Меринов пока не собирается на...